Мальчики, девочки, всем привет! Здесь я с 1 сентябрем. А у Линки, короче, обед. У Линки, короче, есть творожок. Ешьте, дети, творожок, будете здоровы. Короче, я буду есть творог, пиццикори. Есть шоколадку вот такую. Всем приятного аппетита. Но надеюсь, он не стух. Прошло пару дней. Он что-то открывается не хочет. Вот зараза. Творожок. Ешьте, дети, творожок, будете здоровы. Мне что-то так творожка захотелось. Кстати, творог только я тут ем. У себя там не ем. А тут ем. Что это значит не хватает? Ну вот и все. Творожок. Это мы положим в мусорку. А к творожку мы, короче, добавим кокосовую стружку. Кокосовую стружку. Ой, главное не переборщи, да? Тут будет Лёха. Эх, Лёха. Мне без тебя так плохо. Вот. Чё, Ирина Сергеевна проснулась, улыбнулась и вам советует. Ну, вроде ничего. Правда, что-то не хватает. Кстати, спасибо за донат. Огромное спасибо. Ирина Сергеевна, мне очень приятно. Я знаю, кто скинул, но не буду говорить. Он, короче, сюда что-нибудь добавит. Там что-то какое-то... Какой-то не такой-то. Ой, много не будем добавлять, чтобы попустимся. А кто будет разбивлять? Максим-то на работе. Чё, я проснулась, улыбнулась. И вам советую. Попила водички. Ну что, с утра? Ну как с утра? Это было час дня. Люблю, да, я поспать. А сейчас вкусно. Ой. Ну а то, что Максим вчера над вами не прогнулся, ну это его проблемы или ваши. Не, Ирина Сергеевна пока не собирается уезжать. Вкусно. Низкокалорийно, оказывается, понимаете? Надо еще хлебушку взять, да?
тостовый. Хлебушек тостовый. Вот у нас раньше, когда был хлебокомбинат, у нас такой тостовый замечательный хлеб продавался. Ну да. С каким-то вкусом, по-моему, продавался. Его, кстати, можно обжарить на сковородочке. Так что как-то так. Короче, купила вчера колбасный сыр. Не знаю, надо попробовать. Вкусный, нет? Вот раньше колбасный сыр был вкусный. Мы когда были маленькие, мама постоянно покупала его. И мы ели. Шопку отрежем. Ну, сейчас, конечно, понятно, что это не такое. Нет, не такой. Съесться. А то, что Максим говорит, закуплялись, да, в Беларуси вот так говорят. Не знаю, почему вы вечно к словам придираетесь. Вот такие умные. Закуплялись. Кстати, мы так потратили мало денег. С Мариной Сергеевной еще второй телефон вздыхает. Надо собрать донаты Ленки на телефон. Ну, что бы нет. Так ведь? Так Максим говорит. Так ведь? Так ведь. Ну что, Максим придет пол помоет. Ну, судьба у него такая, да. Что теперь делать? Через недельку можно еще творожок съесть. Мама мне. Сегодня, кстати, это такая погодка шикарная. Не жарко.
мне холодно. Так что, девочки, живем. Тут, смотрите, мне Максим вчера колбаски нарезал. Ну, как будто я сама не умею резать колбасу. Он говорит, ты жир нарежешь, мне не достанется. Ну и ладно, жирно так жирно. Это очень вкусно. Я возьму хлебушек. Кусочек. Берем его пока сюда. Отрежем сырочком. Я думаю, хватит, да? Вот. Такой бутик. Какую колбасятину положим? Наверное, вот эту. О, такой бутик. Сюда бы еще, конечно, бы мазика. Кетчупом. Ну ладно. Не знаете, васаби. Мы с такой сковородки хлеб его поджарили, намазали васаби. Можно сырок, чтобы расплавился. И вообще бомба будет. Сегодня ночью такая гроза была. Вот люблю я грозу. Мне колбасный сыр не то. Вот эту колбасу я купила. Сырокопченую. Она не такая. Женка тут не нашла ту колбасу, которую бы она покупала. Но я всю колбасу тут перепробовала. Думаю, что мне нужно сделать гречку. Очень колбасу есть без хлеба.
Так что, девочки, девочки, номер карты будет в описании. Надо собрать Иринке на новый телефон. Ну а как вы без меня будете тогда? Если телефон помрет. Кто-то вместе со мной сидит на диете. У кого-то аппетит пропадает, у кого-то появляется так, что мне не жирно, вам не знаю. А еще колбаску съесть. Ну, вот это, которая потоньше. Вкусненькая, низкокалорийная. Любимый написал. Надо вскоре купить шоколад. Вдохновение, темный шоколад, лучше миндаль. Ну, давайте попробуем. Ну, руки жирненькие, открываться не хочет. Тут такая шоколадка. Кстати, вкусно пахнет. Обалденно. Наверное, Иринка сделает гречку на ужин. Ну, знаете, суп я не хочу. Суп и завтра можно поесть. Но вот гречку я хочу. Обалденно. Плов я не хочу. Я не особо люблю такие блюда, как плов и так далее. Вот я получу гречечку вместо пловика. С салатиком, да? О, кто-то вчера написал. Ой, пол кастрюли супа. На нет, там чего-то поварёшки было. А поварёшки-то у Максима, знаете, какие? Маленькие.
так вот, так что все. Девочки, мальчики, всем приятного просмотра, приятного дня. Сегодня пятница, 1 сентября, дети пошли в школу. У меня племянница тоже пошла сегодня в школу. То ли в 9-м, то ли в 10-м классе, уже не помню. Значит, Ирина Сергеевна уже находится тут долго. Мозги коньяком залила. Не помню. То ли в 9-м, то ли в 10-м. Наверное, в 10-м. Вот так вот. Потом она говорит, я говорит, буду это на парикмахера учиться, буду тебя постригать, красить. Я говорю, хорошо. А зовут ее Полина Дмитриевна. Будет она меня постригать, красить, когда выучится. Вообще будут чики-пуки, как говорится. Так что все, мальчики и девочки. Полина Сергеевна пошла развешивать трусики Максимкиным. И футболки. Ну, он попросил постирать. Там еще надо его снять барахло постирать. Сегодня у нас, короче, стирки умотаться. Скоро Максим уже придет домой с работы. Так что Золушке надо все успеть сделать. Золушка проспала. Теперь надо все сделать. Вот как-то так. Все, всем пока-пока.